Васвітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Олександр Гамоля. Глядіться у гэтым выпуску. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня провел встречу с представниками громадскости, белорусскими и замежными журналистами. Выники социально-экономичного развития Гомеля за минулые и планы на гэты год омерковали на посяджении гарвыканкама. Национальный академический оркестр Республики Беларусь под керавництвом Михаила Финберга представил у Гомеля новую концертную программу. Оранжевый уровень небеспеки обвешены на завтра у регионе. А зараз об этом иншим больше подробязно. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня провел встречу с представниками громадскости белорусских и замежных СМИ. Мероприемство прошло в поширенном формате под агульной назвой «Великая размова с президентом». На встречу запросили так само шматликих экспертов у разных сферах экономики. Своими меркованиями об закранутых у размове темах с нашими корреспондентами поделились представники гомельской науки и вытворчасти. «Великая размова с президентом» начинается с пытаний, которые керовнику державы задают не непосредственно, удельники диалогу, а жыхары разных городов Беларуси. Пытанні самые разные. От поддержки фермерских господарок до працаўладкавання молодых специалистов. И еще одно, якое цікавіць усіх жыхароў Беларуси – рост зарплат и повеличение пенсии. Александр Лукашенко бачит только одну реальную махчимость. Заработные платы и пенсии могут увеличены быть только тогда, когда мы в реальном секторе экономики произведем больше, качественно и продадим по более высокой цене. Формула, по-моему, одна. Я тут ничего нового придумать не могу. Так складывается вся жизнь и будет складываться. Это говорю ответственно. Александр Лукашенко перакананы, сярэдняя зарплата у $500 – это той минимум, які держава повинна допомогчи человеку атрымать. Але гэта не значит, что на месцах не повинны імкнуцца зарабіць самостойно. Кіраўнік державы нагадывая, мы живем у рыночной экономицы, але у нас вельми шмат льготников. Сегодня значная частка айчынной продукции мае вельми высокий собекошт, что не дозволяя выплачивать значные зарплаты. Бадай, самое рациональное выйсці – переход на выпуск инновационной продукции с высокой добавленной вартостью. Але пакуль такі падыход назирается далеко не на всех предприемствах, и тому есть причины. Очень правильно затронут был вопрос вот относительно чего, что сегодня мы действительно имеем довольно много льгот, и очень многие рассчитывают на их получение. И опыт других стран, он зачастую говорит о том, что при таком подходе и субъект хозяйства, не регион, допустим, которому предоставляются льготы, он несколько демонстрирует такие иждивенческие настроения. То есть если я не смогу, значит, мне окажут поддержку. Да? Все равно кто-то развивается лучше, кто-то хуже. Цель государства, в общем-то, чтобы дифференциация была минимальна, поэтому поддержка это будет обеспечена. И вот в этих условиях действительно важен очень такой адресный подход к предоставлению льгот действительно тем, которые в этом нуждаются и которые действительно могут обеспечить внедрение инноваций, которые не являются новыми, допустим, для данного предприятия, действительно являются новыми для рынка. Большая частка пытаний подчас великой размовы с президентом тычилась экономичного блоку. Модернизация вытворчасти и новые рынки. Сегодня это приоритетные накірунки для белорусских предприемств. Тем больше, что становчие приклады есть, и их немало. Сярод партнеров акционерного товариства «Спартак» больше, как 25 краин свету, от Монголии до Соединенных Штатов Америки. В прошедшем году мы отгрузили в Китайскую Народную Республику примерно на $500 000. То есть можно сказать, что это открытый рынок, который мы нашли. Целый год мы вели переговоры по контракту, и мы его подписали, и от Русски осуществляли порядка 135 тонн. Мы подписали контракты с Ливаном, с Вьетнамом, и осуществлены до первой поставки туда, пробные. И если говорить уже про этот год 2017, то уже буквально за этот месяц, который прошел, у нас подписан новый контракт с Ираном. Олег Сюнтюров, Сергей Нигеревич, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Протягиваем выпуск. Выники социально-экономичного развития Гомеля за минулый и планы на гэты год омерковали сегодня на посяджении гарвыканкама. З 7 основных мытовых показчиков летась выкананы 6. Сярод их экспорт товаров и послуг, прамые замежные инвестиции, показчик по энергосбережению, так само працаўладкаванне громадян за кошт створения новых предприемств и вытворчасцяў. Дарэчы, апошний был перавыкананы усяго за 3 первые кварталы. За гэты термин створана амаль 2800 новых працоўных месцаў. У выніку узровень беспрацоўя на початок 2017 года склал 1%, при тым, что прогноз
прогнозная личба была в 2 раза больше. Годный показчик и по развитию приватной инициативы. Летось у Гомеля з'явилось 407 новых предприемств. Яны створались практически во всех сферах, але частей за все у галине IT и транспортных перевозок. Это один из лепших показчиков сярод областных центров. Але есть резервы и для дальнейшего росту. Великие надеи складывают на створенный у минулым годе инкубатор малого предпринимательства. Еще один из показчиков – номинальная наличная среднемесячная заработная плата. Она склала крыху больше, как 689 рублей. Работа над повышением помера заработной платы будет одним из главных приоритетов в этом году. Перед городом стоят еще задачи, решение которых необходимо и в текущем году. Это, прежде всего, сокращение издержек производства, рост экспорта. И, конечно, задачи, которые поставлены перед нами руководством страны, рост благосостояния населения. И именно эти задачи мы будем ставить в качестве приоритетных на 2017 год. Мясцовые улады допомогут жыхарам региона знайсці отказы на хвалюючыя пытанні. У суботу протягнуть работу прамыя телефонные линии. 4 лютого звароты громадян выслухае кіраўнік справ гомельскага аблвыканкама Алена Владимировна Кличковская. Номер телефона 75 12 37. Гамельчане могут звернуться до намесника старшыні гарвыканкама Віталя Геннадьевича Атаманчука. Звонки он будет прымаць по номеру 75 19 54. Час работы прамых линий с 9 раніцы и до полудня. У Гомеля сегодня подвели выники 4-го областного конкурса сярод навученцев и работников установ профессийно-технической и средней специальной эдукации «Спадчына». Выбор профессии – одно из самых важных решений у жизни человека. Сёлета областный конкурс «Спадчына» был накерован не только на патриотичное выхование молоди, але и популяризацию профессийной эдукации. Сярод конкурсантов – будущие повары, цирульники, наставники, музыканты, будовники и представники інших профессий. Каб не только рассказать, але и показать особливости своей профессии, удельники конкурсу подрихтовали тематичную выставу. А на концерте глядачам представили лепшие конкурсные нумары. Я поверх кирпичной кладки нанесу раствор основной. Мастерком своим умело стены выровняюсь. И, друзья, скажу вам смело, штукатур нужен везде. Мы сегодня дали возможность ребятам показать вообще, как они влюблены в свои профессии, чем они вообще занимаются, истории своих профессий. Ребята предоставляли династии свои трудовые, либо педагогов династии, в которых, ну, те учреждения, в которых они учатся. И учреждения образования предоставляли систему работы профобразования вообще, то есть профориентацию, как они приглашают будущих учащихся, которые будут учиться у них, и как они работают с теми учащимися, которые у них уже учатся. Вызначить пераможца у членам журы было довольно непросто. Сёлета на конкурс поступило больше за 250 работ с 54 установ эдукации Гомельской области. Сярод пераможцев у 5 номинациях – Ловицкий педагогичный колледж, Рэшевский аграрный колледж, Рогачевский профессийно-техничный колледж будовников, Гомельский профессийно-технологичный и Приборский аграрно-техничный лицей. Национальный академический оркестр Республики Беларусь под керавництвом народного артиста нашей страны, главного дирижера Михаила Финберга, представил у Гомеля новую концертную программу «Шлягеры на все часы». Слухачи почули знакомитые айчинные и замежные композиции у оригинальной аранжировки. Своим выступлением заслуженный коллектив Беларуси открыл у городе над Сожем весновый концертный сезон. Вероника Ворошилина с подробязностями. На концерт Национального академического оркестра Республики Беларусь у Палацы культуры чыгуначников слухачи собираются задолго до его початку. Организаторы мероприятия, супрацовники Гомельской областной филармонии, ведают, что в зале не будет свободных мест. На подобном концерте я была очень давно в Минске. Поэтому, когда узнала, что будет этот концерт здесь, в Гомеле, с удовольствием приобрела билет и пришла на него. Я думаю, что я получу положительные эмоции в любом случае, потому что музыка, она всегда успокаивает и действует положительно на человека. Мы пришли на концерт Финберга с очень хорошими чувствами и ожиданием прекрасного вечера. У гэтый вечер у Палацы культуры чыгуначнікаў гучалі пранікнёные эстрадные, запальные, джазовые композиции, добровядомые розным поколениям. У Гомеля артисты Национального академического оркестра представили новую концертную программу «Шлягеры на все часы». Это своеобразный музычный микс знакомитых, айчынных и замежных композиций у оригинальной аранжировцы. То, что завсёды актуально и запатрабавана слухачом. За дирижерским пультом на протягу усяго вечера народный артист нашей краины, мастацкий кіраўнік и галоўны дирижер заслуженного
калектыву Михаил Фінберг. Яго дзейнасць адзначана шматлікімі ўзнагародамі і прэміямі як у Беларусі, так і далёка за яе межамі. Да таго ж, маэстра наш зямляк, ураджэнец Мазырскага раёна. Пад кіраўніцтвам Михаіла Фінберга працуюць сапраўдныя прафесіяналы, артысты, якія сваім майстэрствам пакарылі мільёны слухачоў. Варта адзначыць, беларускія гарады і наша нацыянальная музыка ў гастрольных турах заўсёды ў прыярытэце. Достаточно сказать, что мы в Беларуси проводим только 21 фестиваль маленьких культурно-исторических центрах Республики Беларусь. Это многие города даже и в Гомельской области. В первую очередь, это города, которые нам нужно всем защищать, помогать, уважать. Это город Хойники, город Чечерк, где мы были уже по 17 раз. 17 лет. Я думаю, эта цифра красноречиво говорит о том, что очень большой и серьезный показатель. На этих фестивалях каждый год мы выкладываем только новые фестивали, которые рассказывают о истории белорусской музыки на этой территории, куда мы приехали. Уласные опрацовки ведомых композиций, хиты, якія любить розное поколение, выключно живое выканание. Уражение от концерта застаются у памяти на долгий час. Вероника Ворошилина, Михаил Рабков, телерадиокомпания «Гомель». Былый выхаванец областного палаца творчасти детей и молодзи Михаил Вага сегодня сустрэўся с наведвальниками установы. Молодый человек, вядомый как вынаходник кистевого тренажера зарядки для мобильных телефонов. С каждым днем гэтая прилада завоевывает все большую популярность в интернете. Гамельчанин самостоятельно написал программное забеспечение и собрал зарядку. У ёй механічная энергія пераўтвараецца ў электрычную. Прынцып просты, аднак да гэтага ніхто не спрабаваў увасобіць ідэю ў жыццё. Міхаіл апублікаваў праект на краўдфандзінгавай пляцоўцы і сабраў на рэалізацыю ідэі 90 тысяч еўра. Зараз вынаходнік плануе наладзіць вытворчасць у Беларусі, а пакуль сустрэўся са школьнікамі, праграмістамі і выкладчыкамі Гомельскага палаца творчасці, каб падзяліцца незвычайным вопытам. Ідэя прыйшла ад праблемы. У меня кожны дзень раз'язджаецца мобильный телефон. Хендена же работает так, что вы даете первоначальное вращение ему, и потом, когда ротор запускается в нем, вы поддерживаете вращение вашей кисти. Вот. И когда вы вращаете кистью, тогда вы и генерируете энергию. Предложение есть о сотрудничестве Китая, Германия, Беларусь, та же самая. Но мы-то нацелены производить в Беларуси встречи. Ну, во-первых, это хорошо, когда в окружении вас люди такие же, как и вы сами, и которые стремятся к чему-то лучшему. Ну, я дам напутствие, совет, то есть я разложу все по полочкам, именно и мотивационные какие-то штучки расскажу, и как двигаться дальше, что не надо ничего бояться, делать и не останавливаться. Новый сезон телепроекта «Эрудит пятерка» стартует на канале «Беларусь 4 Гомель». Уже 8 год школьники региона шлифуют у студии телерадиокомпании «Гомель» веды, отриманные за партами. Напереди у юных интеллектуалов непростая борьба за звание самых разумных, знаходливых и навод смелых. А глядашоу по субботах на телеканале «Беларусь 4 Гомель» шакают захопляющие выпуски телевикторины «Эрудит пятерка». У першем поединку этого года сустрянутся команды из Мазыра и Рогачева. Ну, восьмой сезон открылся у нас необычно, потому что восьмой сезон мы решили гомельчан не брать, а вот это регион, это Гомельская область. И самое интересное, попадаются такие команды-звездочки, самородочки, очень классно. Вот, я не буду рассказывать, кто победил, но вот очень неожиданные результаты, потому что команды из, что называется, глубинки выходят и с блеском делают потрясающе красивую игру. Рисковые, веселые, открытые, раскованные ребята, которые очень много знают. Глядите первый выпуск «Эрудит пятерки» на телеканале «Беларусь 4 Гомель» у субботу у 13:35. Оранжевый уровень небезопасности обвешаны на завтра у регионе. По информации областного гидрометцентра, у ночи на большей части территории Гомельской области пройдет мощный снег. На особных участках дорог захаваецца галалёдзіца. Ветер будзе паўночна-заходні 2-7 метраў за секунду. Температура паветра ў нашы складзе 3-8 градусаў марозу. У дзень прагназуецца ад -1 да -6. Падобны характар надвор'я, але без істотных ападкаў, захаваецца ў нядзелю. А ў панядзелак пахаладае. 6 лютага температура на працягу сутак складзе ад 8 да 13 градусаў ніжэй за нуль. Дыскамфорту дадасць ветер. У дзень магчымы парывы да 14 метраў за секунду. Па папярэдніх прагнозах, наступны тыдзень будзе марозным. Магчыма паніжэнне тэмпературы паветра да -18 градусаў у дзень і -20 у начы.
На гэтым выпуск завершаны. У студыі працаваў Александр Гамоля. Добрых вам навінаў і да сустрэчы ў эфіры.